Воин света не всегда может сохранить веру. Бывают минуты, когда он абсолютно ни во что не верит и вопрошает свое сердце: неужели нужны такие усилия? Но сердце молчит, и воин должен решать за себя сам. Тогда он принимается искать пример и образец и вспоминает, что Иисус проходил через нечто подобное для того, чтобы во всей полноте принять уготованную смертному человеку участь. «Да минует меня чаша сия», — сказал Иисус. И ему случалось терять мужество и бодрость духа, но он не останавливался. Воин света, даже на какое-то время оставшись без веры, продолжает идти вперед и в конце концов обретает утерянное.